Всем привет с нашей вам списочкой. Вчера 10 мая целый день шел дождь, а сегодня вон какая красота, распогодилась, можно идти в сад. А здесь шагаю, думаю, чем так вкусно пахнет. А это черемуха зацветает. Значит, еще будут холода. Обычно у нас, когда черемуха, тогда холодненько. Ладно, переживем, надеюсь, потом наступит тепло. А надо в саду сейчас доделать что-нибудь, хотя бы добелить, догрунтовать стенки. Пойдемте, кто со мной. О, слушай, какие огромные после дождя нахлюпало. Надеюсь, сад пролезет. Ну вот и дошла я на нашу улочку садовую. Вроде не очень-то и грязненько. Нормально, уже продуло. За полдня, пока я с ночи спала. Все, пойдемте открывать и смотреть, что там, какая работа у меня сегодня будет. Так, ну, а здесь у нас что? Здесь у нас все то же самое. Никто ничего, конечно же, не трогал, пока я была на работушке. Так, в предыдущей серии мальчишки доделали потолок. И что еще? А, ну это вот тут вот кусочек остался на второй этаж. Собрали гарнитурчик. Его нужно еще вот тут. Ой, восстанавливать. Как его сказать-то? Ну все, все сказала, ладно. В общем, его нужно отмывать. Так, а нафига я его буду отмывать, если еще шкурить и вот пилить вот эту лестницу? Шелухи будет и опилок лететь не знаю сколько. Значит, мы не будем его сегодня отмывать, время тратить. Мы переберемся в эту комнату. Здесь работы дофига и больше. Здесь нужно будет двигать вот эту всю мебель куда-нибудь сюда, в эту сторону, потому что мне нужно добелить вот это. И вот эта часть у меня не догрунтована, и низ, где стояли шкафы. Ну что, надо будет, приступаем вот эту фигню куда-нибудь передвигать там, где не нужно. И убирать весь мусор. Все, поехали. Сейчас будем приступать. Так, боже что мой. А лохматая-то какая. Блин, кто бы там в парикмахерскую-то сводил. Ладно, для сада-огорода пойдет. Поехали. Первый пошел. Все, как-то так, почти. Нехитрую мебель я тут перетаскала в разные углы. Осталось вот последние деревяшечки еще туда на второй этаж поднять. Все, ковры оттуда убрала. Я надеюсь, этого богатства хватит, чтобы тут асфальта застелить. Все, и сейчас у меня теперь вся эта зона свободная. Я ее сейчас постараюсь добить. А здесь вот, пожалуйста, вот диван у моря, уже все, зона отдыха почти готова. Но это временно, это потом он переставится куда-нибудь. Все, начинаем с этой части.
холодает. Я опять тут рисую до самой ночи. Вот уже полукуртку одела, чтобы теплее было. И пушечки включала. Сейчас еще кусочек тут дорисую, а дальше посмотрим. Еще маленький-маленький кусочек, и будет красота. А остальное загрунтовано. Ну вот и все. Рисование на стенках на сегодня я закончила. Время 3:30 утра. Понятно, что домой я уже никуда не пойду, там уже темнотища. У меня вот две пушечки работают. Все тут досыхает. Я себе уже вот ковер расстелила, чтобы теплее было, теплее кажется. Так, диван есть, подушка есть, так что можно перекантоваться. Мне осталось еще немножечко вон тот, вот этот вот, самый маленький кусочек под лесенкой докрасить. Ой, а красочки-то у меня совсем мало. Так, здесь тоже все докрасила, сохнет. Вот по последние кусочки. Все, как-то так. Все, всем пока-пока. Уже наступило 12 мая. Все, всем спокойной ночи. Вернее, мне спокойного утра. Часочек посплю и потом домой пойду. Стеночки я все докрасила. Поспать мне все-таки не удалось, потому что уже в 5 утра на улице светает. А значит, домой бежать веселее будет. Так что я все тут просто видео помонтировала. Стеночки вот мои досохли, разноцветные. Ну ладно, будет как-то так. Что ж теперь? Тут будет персиково-абрикосовое, здесь там желтенькое, яблочное. Будем называть яблочное и персиковое. Как-то так. Все. Спать я буду дома. Надо бежать домой. Все. Электричество садовое. Уже я тырить больше не буду. Пускай уже маленько сэкономится, а то и так в этом месяце, наверное. И пушки, и всякие пилилки, все тут работало. Ну все, вот до утра дожила, уже веселее вторую ночь-то было ночевать. Правда, я всю ночь работала, как будто с двух ночных смен. Все нормально, все. Вот теперь точно. Всем пока-пока. Наши вам с кисточкой.